25 участковых пунктов полиции действуют в городе. В одном из них, который обеспечивает закон и порядок в 4-м и 6-м микрорайонах, трудится уже 15 лет Юрий Полунин. Старшего инспектора знают все в округе. Он здесь уважаем, и люди чувствуют себя спокойно, пока район под его защитой. Что помогло участковому так себя зарекомендовать, узнаете в следующем материале. Участкового ноги кормят, в руке папка, в кармане визитки, на лице улыбка. Вот образ полицейского, с которым люди чувствуют спокойствие. Уже много лет день Юрия Александровича начинается одинаково. К 8:30 утра ему нужно явиться в управление полиции за ориентировками и табельным оружием. Последним предметом за 15 лет службы на своем участке Юрий Полунин так ни разу и не пользовался. «Берем преступников голыми руками», — говорит он. После всех инструкций начинается основная работа старшего участкового. Ему нужно совершать поквартирные обходы в рамках различных оперативно-профилактических мероприятий, проверить тех, кто состоит на учете службе пробации, да и в целом нужно часто общаться с жителями вверенных ему микрорайонов, чтобы узнавать обстановку. Помимо этого, есть еще и вызовы, на которые Юрий Александрович должен оперативно реагировать. Бывает что-то серьезное, например, в 11 случаях с начала года даже завели уголовное дело, а бывает и так. Поступил вызов в доме вот здесь неподалеку, Ленис 8/1, квартира я уже не помню какая, условно. Вот, жители почувствовали трупный запах, ну, неприятный запах. Ну, естественно, мы прибыли на эту квартиру, да, тоже с замочной скважины, доносился неприятный запах, был слышен, вот, похож на трупный. Пришлось вызвать сотрудников МЧС, которые вскрыли квартиру. Оказалось в том, что свет отключен был в этой квартире, и в холодильнике протухло мясо. Вот из-за этого был запах. Время работы участкового пункта полиции, или, как говорят в народе, опорки, до 10 вечера. В 19:00 Юрий Александрович должен быть как штык на рабочем месте, поскольку в это самое время в пункт по своим личным вопросам приходят жители. Как получить временную регистрацию родственнику из России? Беспокоят соседи и другие бытовые, не только проблемы. Во всем участковый помогает разобраться и верно укажет путь решения. А если вернуться к теме вызовов, то в основном, как отмечает Юрий Полунин, 102 звонят по семейно-бытовому насилию или мелкому хулиганству. Каждое правонарушение отрабатывать должны участковые, поэтому их роль в структуре полиции особая. Ключевой фигурой в профилактике правонарушений в системе МВД является участковый инспектор полиции. На сегодняшний день в городе Уральске у нас имеется 25 участковых пунктов полиции, в которых работают 92 участковых инспектора полиции и 25 их помощников. Между тем, участковый пункт номер 17, где работает Юрий Полунин, обслуживает сразу два микрорайона, 4-й и 6-й. С начала года туда поступило более 1230 обращений. Алексей Кочемасов, Алтынбек Тунышкалиев, Кылыбек Акрап, Акжаик Акпарат.